За окном еще сугробы, а в теплицах Федерального научного центра овощеводства вовсю собирают свежий урожай. Ранний сорт огурцов выведен здесь специально для зимних теплиц. Вот такой свежий урожай. Это сорт «Лель» селекции в НИИСОК. Плоды собирают небольшого размера, примерно вот такого. И главное, не повредить колючки на пупырышках, тогда огурчики сохранятся дольше. Чтобы вырастить таких красавцев, проделана немалая работа. Сеять семена начинают еще в январе. В феврале рассаду пересаживают в большие теплицы. Растения высажены у нас в торфяные мешки. Мешок поступает без отверстий к нам. Мы делаем отверстие и сажаем туда рассаду огурца. Каждому стеблю подведена трубочка для капельного полива. В жаркие периоды он совершается до 7 раз в день. А еще удаление усов, ненужных листьев, подкручивание стеблей. Особый подход нужен для поддержания температурного режима. Мы стараемся на период посева, это 23-25 градусов, всходы температуру снижаем, это где-то 18-19 стараемся держать, ночные температуры, конечно, ниже. И когда уже сюда, в большую теплицу, как взрослое растение пересаживается, то здесь температура 17-16 градусов. В конце мая эти растения закончат плодоносить. Вместо них высадят новую рассаду. А пока они дают вкусные и полезные огурчики, которые уже можно приобрести в магазинах. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».